Друзья мои, срочное сообщение. В Анапе пропал читинский подросток. Вот что пишет на сайте Чита.ру. Несовершеннолетний читинец Даниил Сидельников пропал после приезда в курортный город Анапу. Сообщается 31 мая на сайте линейного управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу. Устанавливается местонахождение Сидельникова Данила Александровича, 2001 года рождения, постоянно проживающего в городе Чите. Известно, что Данил прибыл поездом Москва-Анапа, говорится в сообщении. По информации линейного управления МВД, с заявлением о пропаже в полицию обратился отец Данила. Сидельников худощавого телосложения, волосы темно-русые, серые глаза, рост 180-185 сантиметров, обратите внимание, очень высокий парень. Информацию о его возможном местонахождении просят сообщить дежурную часть по телефону и номер вот вы видите на экране. Друзья мои, еще раз посмотрите на этого парня. Если вы увидите его в городе, обращайтесь по этому телефону или пишите мне в комментарии к этому видео, и давайте поможем найти этого ребенка.